Итак, друзья, сейчас мы едем по Казахстану, по его очень красивому ландшафту и по его зеленой части. Мы едем от поселка Джаралнаш до поселка Саты. Причем, что интересно, вместе со мной едет 5 граждан Саудовской Аравии. You can say hello. Hello for everybody. Hello for the friends of... Олег. Он сказал привет всем, привет всем друзьям Олега. Вот что он сказал. И вот только что, совсем недавно, где-то час назад, пригодились мои лингвистические способности. Я служил переводчиком между местными и этими арабскими гостями. И я попал к ним в машину как пассажир. Они меня везут туда, как раз куда мне надо, потому что мы едем в одном направлении. А вот такие вот дела. Чё, Гузель? Привет. Это я сказал по-турецки, очень красиво. Одна девочка, она понимает по-турецки, потому что смотрит сериалы. Hello. Салям алейкум. No. Okay. Увидимся на краю света, друзья мои. Следите за новостями на этом канале.